Суду предшествовало представление прокурора Димитровграда устранить нарушение антикоррупционного законодательства, которое администрация города отклонила. Заместитель главы администрации города Сергей Выжимов курирует сферу ЖКХ. Вместе с тем его мать является учредителем нескольких фирм, которые работают на рынке жилищно-коммунальных услуг, а жена работает заместителем директора на одном из предприятий. По закону это конфликт интересов. В этой связи прокурор города был вынужден обратиться с иском в суд. И, как было указано выше, данный иск полностью удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу. У ответчика и третьего лица имеется право его обжаловать. Данным решением суда признано незаконное бездействие исполняющего обязанности главы администрации города в части непринятия мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов. Татьяна Балунева, Анжелика Боровинок. Наше время.